ничего не смущало. Ну, сейчас ты что хочешь? Чтобы что мы сделали? Ну, газика отпускаем. Ну, без оформления. Ну, а что его? Я сейчас там высыпавлю, я его ставлю. Так ты, получается, смотри. Я его даже грузить не буду теперь. За то, что они, получается, осуществляют деятельность с нарушением норм действующего законодательства, страдаешь ты. Я влез. Да. Я понял уже. И за счет этого ты сейчас привозишь мне деньги, да? Уже. Я понял, что я делаю, что попало. Но я уже не знаю, как мне выкрутиться и как это то все. Ты даешь сейчас денег, чтобы мы отпустили транспортные средства. Ну, по идее, там-то она везде, она, у них же есть документы. Ты знаешь, как это называется? Красноярск. Ну, примерно, да. Как? По-научному, по-вашему. Да взял я тебе взятку эту. Ну.